Друзья, приветствую всех на канале Атаман Офлайн. Сейчас я после работы приехал домой и хочу дать короткую информацию для беженцев из Украины. Я знаю, что меня смотрят те, кто бегут из Украины от войны. Информация такова, что, возможно, вы уже знаете эту информацию, но еще раз, мы вчера когда встречались, встреча у нас была здесь, в городе Апольда, не все знают об этом. То, что связь, телеком, Водафон, ОТУ здесь дают бесплатно сим-карты. ОТУ, они это делают, как бы, если у них есть лишние сим-карты. Но официальная информация идет от Водафона и от телекома, что они дают бесплатно сим-карты тем, кто приезжает из Украины. Для этого вам нужно пойти в любое отделение ОТУ, Водафон, либо телеком в вашем городе, где вы находитесь, показать свой украинский паспорт, и вам зарегистрируют на него сим-карту. Конкретно по телекому. По телекому они дают тариф бесплатный этот до июня, до конца июня. Потом, возможно, будут дальше продлевать эту акцию по бесплатным сим-картам, по бесплатному тарифу. То есть вы не платите. Там интернет какой-то есть. Я не знаю, сколько гигабайт интернета, но есть интернет на сим-карте. Вы можете звонить. Кстати, отменили сейчас роуминг практически все европейские страны. Те, кто звонит из европейских стран, из Евросоюза в Украину, ничего за это не платят, абсолютно бесплатно. Это отменили роуминг. То есть, если вы находитесь здесь и ваши близкие проживают в данный момент в Украине, и вы хотите узнать, как у них дела, как обстановка, вы можете звонить также со своих немецких номеров, которые вы получили здесь в Водафоне, в Телекоме, либо ОТУ. Это будет для вас бесплатно. Это могут, возможности это пользуются не только те, кто приехал из Украины, люди, но и все, кто хотят связаться с кем-либо из Украины, у кого там проживают родственники, знакомые, друзья и так далее. То есть вы можете это делать бесплатно. Такая вот у меня короткая информация была для вас. Надеюсь, она будет полезная. Если вам что-то интересно знать, еще я буду в дальнейшем также делать короткие видео и рассказывать вам о том, как и чем сейчас помогает Германия беженцам из Украины, где что можно достать, какие-то определенные, может быть, пункты, которые оказывают помощь для беженцев, которые можем посетить. Это все в дальнейшем я буду узнавать и выкладывать на своем YouTube-канале Artamon of Life. На этом буду свое видео заканчивать. Желаю всем всего доброго, всего хорошего. До встречи моих новых видео. Я за то, чтобы не было войны в Украине. Всем мира, добра. И Бисбальд. Чус.